Если что, главным ориентиром всегда будет вот эта вот гора, которая на севере, на северо-западе отсюда. Будет скоро минус 0, так, вот именно здесь будет минус 0, ребят, здесь не возвращаемся. Палач, двигай на 270. Самостоятельно пошел на то. Стреляет уже. Так, дай на гранату кто-то бросил на фристейл. Сталик, ты до позиции доберешься самостоятельно? Ага. Кто у тебя там в паре, ты не забыл? Кто забыл? Я рядом. Ну, вспоминай. Это я с тобой. Ты отделение, стоп, догоняйте меня, останавливайте. Нам что, в низинке, да, просто лечь надо будет? Найди такие кусты, чтобы вас не видно было, а вы хоть что-то видите. Я слева что-то ты тут сиди, а я с севера. Давай. Смотри, что там зашли. Север, запад, 19. Да. Мат, это ты видишь? Да. Это там ад сказал, да, Сталик? Че я могу, если они кучкой будут бежать, могу с РПГ в них пальнуть. Пальни их, кто тебя запрещает. Не совсем кучкой бежать. Только не кумулятивом. А там у него другой нету РПГ. РПГ 22, фугасная. А, у тебя такая, все ясно. Ты у Валкса, что ли, РПГ 22 забрал? Ну, сориентируй. От нас? На 310. Конец леса. Я тебе могу бинокль дать, в принципе. Вон они сейчас бегут. ПГО есть, ПГО. Вон, смотри, сейчас сверкает. Примерно... Вижу. Да, вот, всё. Постепенно. Еще далековато. Он прям на нас почти бежит. Просто да, это как раз на те леса, которые ты сейчас просматриваешь, скорее всего. Двоих. Да, двоих пока тоже вижу. Третий сзади еще. Четвертый. А выше один идет. Пятый тогда. Раз, два, три, четыре. Или сколько? Я и пять насчитал. Еще идет сзади. Пять насчитал. Еще слева. Шесть. Сейчас кто пытается в кого говорить, не слышу, что такое. Ковер, 7 человек движется с северо-запада. Ой, давай беси северо. Меня это спецназ. Ой, спецназ, наш спецназ. Нет, противника. Противник. Похоже, скончался. Да, стали. Мы видим контакт с противником. Томаты стали. Давай едь. Слышишь, она походу вообще за хребтом. Она очень высоко, не поднимайся туда. Да, я вижу ее. Она на самом верху. А там три беха и она стоит. 5 сил. И двух пехотинцев рядом вижу. Три. Окей. Чё, как там это у тебя дела? Да, ну, молния какая-то. Я на её предыдущей позиции, на этой горе, и вообще нету. Она укатилась. Я вижу, я понял, да. Поможет на бэхе на нас, я вам прямой приказ даю, Сталик. Тебе задача. Томата-то жив ещё? Да. И томата. Да. Слышно меня? Алло. Да, слышно. Сталик, бери томатоса, идите валить, у вас РПГ есть? Да, РПГ есть. Вот иди вали, чё ты мучаешься меня? Я же сказал, свободно. Городу, короче, смещайся, там. Не знаю, я ушел, короче. Ничего не знаю, не надо. Пошел ты в жопу. Ничего не знаю. Я вижу, что ты ничего не знаешь, а мне теперь что делать? Пошла! Пошла, куда пошла? О, слева, чёрт, парусели. Ох, ё-моё. Это твое сейчас было, Сталик? Это мое, Василий. Молодец. Алло, дядя! Это мой гараж, блин! Противника убил. Кто вот это? Нет, это я. Мы. По противнику? Да, он просто в мой гараж залез.
Кто-то из наших стреляет, нет? Господи. Выстрел чей? Это я против америкосов. Понял, бегу к тебе, близко. Давай, давай, обходи. Обхожу с... юго-запад. Он выше меня сидит. Это ты, нет? Да я сейчас стрелял, да. Вот я справа от этих выстрелов был. Если чё, ковер отдыхает, а где мы были там? Понятненько. Ну чё там? Убил его. Вот сейчас ты, да, стрелял? Да.